много знать и все вам рассказать. Мы-ми! Легкое, тяжелое, мелкое, большое плывет или тонет, либо то, либо другое. Быстро катится вниз или медленно? Что же это, скажите мне немедленно? Проверим без труда. Нужно разогнаться до предела. А скорость падения зависит от того, какая масса у предмета твоего. Легкое, тяжелое, мелкое, большое плывет или тонет, либо то, либо другое. Быстро катится вниз или медленно? Что же это, скажите мне немедленно. Плотность вещества сложно понять до тех пор, пока ты вещи не станешь измерять. Не все большое тяжелым может быть, все это так интересно, все нужно изучить. Легкое, тяжелое, мелкое, большое плывет или тонет, либо то, либо другое. Быстро катится вниз или медленно? Что же это, скажите мне немедленно. Легкое, тяжелое, мелкое, большое плывет или тонет, либо то, либо другое. Быстро катится вниз или медленно? Что же это, скажите мне немедленно. Вперед машина, на трассе мчимся мы. Назад ты не смотри, на карте едешь ты. Вперед машина, шлем скорей надень. Веселимся целый день. Вперед кар. Красный флаг значит стоп, а зеленый вперед. На педаль нажимай, ты готов. Теперь скорее езжай. Вперед машина, на трассе мчимся мы. Назад ты не смотри, на карте едешь ты. Вперед машина, шлем скорей надень. Веселимся целый день. Вперед кар. Бак проверь, двигатель ревет. Мы поедем, мы помчимся, мы не боимся. Вперед карт. Вперед машина, на трассе мчимся мы. Назад ты не смотри, на карте едешь ты. Вперед машина, шлем скорей надень. Веселимся целый день. Вперед карт. Езжай теперь скорей, финиш впереди. Мы поедем, мы помчимся, мы не боимся. Вперед. Вперед машина, на трассе мчимся мы. Назад ты не смотри, на карте едешь ты. Вперед машина, шлем скорей надень. Веселимся целый день. Вперед кар. Вперед машина, на трассе мчимся мы. Назад ты не смотри, на карте едешь ты. Вперед машина, шлем скорей надень. Веселимся целый день. Вперед кар. Разноцветные шары, 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 разноцветные шары по воздуху летят, высоко они в небесах парят. Разноцветные шары летают вокруг, будто
летят и вниз летят. Они играть с тобой хотят. Летят налево и направо. В воздухе летят они красиво. Разноцветные шары летят высоко. Разноцветные шары летят далеко. Разноцветные шары, так много цветов. Летят они, их очень-очень любим мы. Наверх летят и вниз летят. Они играть с тобой хотят. Летят налево и направо. В воздухе летят они красиво. Сколько воздушных шаров видишь ты? Посчитай. 9-10. Разноцветные шары летят высоко. Разноцветные шары летят далеко. Разноцветные шары, так много цветов. Какой твой любимый цвет? Наука — это так круто! Мне кажется, очень здорово изучать мир в музее науки. В музее науки пойдем со мной, будем учиться веселиться с моими друзьями. В музее науки мы почти пришли, мы сможем многому научиться. Очень весело! Интересно, чему мы можем научиться сегодня в музее науки? Может, мы увидим животных, которые живут в океане? Например, большого кита. Пойдем туда скорее, начнем их изучать. Тут бабочки летают, мы будем их считать. Здесь много животных, мы найдем и новых друзей с тобой заведем. В музее науки пойдем со мной, будем учиться веселиться с моими друзьями. В музее науки мы почти пришли, мы сможем многому научиться. Очень весело! Я люблю науку, потому что я могу узнать о рептилиях, насекомых и динозаврах. Пчелы, динозавры, в музее науки их увидим мы. Водой из шланга будем мы стрелять и много интересного изучать. В музее науки пойдем со мной, будем учиться веселиться с моими друзьями. В музее науки мы почти пришли, мы сможем многому научиться. Очень весело! Большое спасибо, что пели со мной песню про музей науки. Мне было очень весело, потому что я пел вместе с вами. Ну а еще, потому что я побыл динозавром.
На ранчо есть машины, их очень много, тут есть даже пожарная. Ты на колеса посмотри, она поможет пожар потушить и деревья спасти. На лошадь садись, крепче держись, в седле уверенно сидишь. Будем кататься, природа красивая тут. На ферме очень весело, мой друг. На ферме очень весело, мой друг. Я люблю домашних животных, а ты любишь? Ха-ха, да. Я люблю ухаживать за своей собакой Лайна. Мою его и стригу, а ему нравится меня целовать. Давайте заботиться о наших друзьях. Добрые, пушистые вы. Кошки и собаки разных возрастов. Большие и маленькие они. Мы моем их, чтоб чистыми им быть. Им шерсть мы пострижем. Я с Лайна весело играю, нам хорошо вдвоем. Как же это здорово, заботиться о своем домашнем животном. Мы заботимся о вас. Это приют для потерянных бедняк. Им тут еды дадут, ухаживать будут, а потом им семью найдут. Мы моем их, чтоб чистыми им быть. Им шерсть мы пострижем. Я с Лайна весело играю, нам хорошо вдвоем. Убедишь, что животные тщательно вымыты. Ха-ха! Ура! Мы заботимся о вас. Лайна, ты такой хороший. Моя машина всегда на чеку, спешит на помощь она. Любое задание нам по плечу, на помощь мы придем всегда. В машину садись, мы поедем скорей, спешим на помощь мы. Теперь водой потушим весь пожар, мы всех спасли. Аварийный сигнал, значит нам ехать пора. Он для нас прозвучал, на готове мы всегда. Мы водой шланга потушим пожар, мы с вами. Пожарным нужно здоровым, сильным быть. Людей спасать и быть готовым, всегда на помощь приходить. На ногах и днем, и ночью готовы всех спасать. Много работать нужно тебе, если пожарным хочешь стать. Аварийный сигнал, значит там есть. С вами молодцы, аварийный сигнал пожарной части. Пожарная машина людей спасет. Пожарная машина. Шоколадом, карамелью я
тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Перед тем, как делать карамель, нужно ручки вымыть хорошо. Потом карамель мы помешаем, чтобы она растекалась легко. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Теперь карамель опускаем в шоколад, выглядит отлично. Посыпаем немного морской солью, ах, как аппетитно. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Теперь украшай орехами и фруктами, зефир добавляй. Можно добавить даже фисташки, какой хочешь вкус выбирай. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Все за одного, один за всех. Нашу команду всегда ждет успех. Мяч отбей, потом его передай. Со своей командой гол забивай. Бейсбольную биту теперь бери. По мячу ударяй и теперь беги. Я командный игрок. Я кричу ура! Я командный игрок. Твоя команда, твои друзья. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Все за одного, один за всех. Нашу команду всегда ждет успех. Нужно в спорте много трудиться, тренироваться каждый день и не лениться. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Все за одного, один за всех. Нашу команду всегда ждет успех. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай, мы друзья навечно. Командная работа лучше всех, мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай.
один за всех. Нашу команду всегда ждет успех. Мяч отбей, потом его передай. Со своей командой гол забивай. Бейсбольную биту теперь бери. По мячу ударяй и теперь беги. Я командный игрок. Я кричу ура! Я командный игрок. Твоя команда, твои друзья. Командная работа лучше всех. Мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай. Мы друзья навечно. Командная работа лучше всех. Мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай. Мы друзья навечно. Все за одного, один за всех. Нашу команду всегда ждет успех. Нужно в спорте много трудиться, тренироваться каждый день и не лениться. Командная работа лучше всех. Мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай. Мы друзья навечно. Командная работа лучше всех. Мы играем вместе. Беги, пасуй и гол забивай. Мы друзья навечно. Все за одного, один за всех. Нашу команду всегда ждет успех. Привет, это я, Блиппи. И сейчас мы в Пати Джангл, Феникс, Аризона. И здесь нас с вами ждет столько веселого. Идем. Давайте. Хо-хо, привет. Привет, Блиппи. Как дела? Хорошо, спасибо. Я так взволнован. Вот это вот да. Вот и все, пока. Классно. Браслет и жетоны. Пока. Пока. Эй, спрячем их в карман на потом. Давайте прокатимся! Уху! Смотрите! Что это за животное? Да! Это слоник! А давайте изобразим слона! Ха-ха! Слоны такие большие! Бум-бум-бум! Ха-ха! Ладно, поехали! Сейчас начинаем! Уху! Эй, привет! Эй! Ого, я полетел! Я летаю! Мне было так весело кататься на слонике! А еще трубить так, как трубит слоник! Еще покатаемся. Здесь мне нравится. Спасибо. Ого! Эй! Это же качели! А кто из вас знает зверька, что висит на дереве? Да! Обезьяны любят висеть на дереве! Сыграем в обезьян! Так, хорошо, теперь покатаемся. Ага, я готов. Итак, мы садимся. Вот так, пристегнемся. Сейчас. Эй. Вот так. Поехали! Я лечу! Ого-го! Было здорово! Ну ладно. Мне было так весело. Я проголодался. О, нет!
О, я застрял! Эй, давайте играть в обезьянок, чтобы выбраться. Да, помогло! Ладно, пока. О, я очень проголодался. А вы хотите есть? Идем! О, давайте поедим! Идем! А можно мне печенье зверята, пожалуйста? Конечно. О, печенье зверята. Пожалуйста. Да, спасибо. Эй, нам надо выбрать место. Давайте сядем здесь. Откроем печенюшки. О, много зверят! Пакет положим здесь. Подождите. А это что здесь? Это собака! Уф, уф, уф! Уф, уф, уф! Эй, есть идея. Давайте есть печенье, как едят песики. Вы же знаете, как они едят? Да, без рук. Забавно. Ладно, давайте посмотрим, что еще тут есть. Ого! Да здесь же круто! И ярко. Ого! О, я сыграю мини-гольф! Ого! Ага, смотрите, клюшки разные. Берем эту или эту? Берем эту. Она как раз для меня. Итак, у нас синяя клюшка и оранжевый мяч. Мои любимые цвета. Итак, начали! Сейчас готовы? Ха-ха! Эй, погодите! Вы видели? Что это за лошадь? О, это же зебра! Ого! Черная, белая, черная, белая. Эй, а вы знали, что зебры вообще-то черные с белыми полосками? Правда интересно? Ой, чуть не забыл. О, ого! Это же бегемот! Ого, весело. Поиграем в бегемотов. Ха-ха, они такие большие и обожают воду. Ну и сушу тоже. Интересно? У, ладно, продолжаем. О-хо-хо-хо-хо! Почти попал. Ого! Это же... А, это же лошадь! Мяу! Мяу! Эй, лошадка, как дела? Обожаю лошадей. Они такие классные. И они обожают скакать. Эй, поскачем на лошади! Ладно, лошадка остается здесь. А мы с вами еще раз прокатимся. О, спасибо. Пожалуйста. Идем! Ого! Привет! Привет! Весело, привет! Привет, Блип. О, кто у нас здесь? Привет, как дела? Хорошо. О, прекрасно! Вам здесь нравится? Да. Ладно, идем. О, привет, как у тебя дела? Дай пять. Ху-ху, вот так. Сейчас. Так. Фух. Сядем здесь. Теперь накинем цепочку вот так. Так, мы готовы кататься. Хо-хо-хо! Вперед! Чух-чух, поезд идет. Чух-чух, поезд идет. По рельсам едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. В стране очень много железных дорог, поезда доедут везде. Я уверен, интересно ехать вперед в вагоне в самом хвосте. А вот и хвост поезда. Считаю я все вагоны, но они так быстро летят.
давайте посмотрим, что здесь еще есть. Ого! Игровая! Ого! О, какое-то животное! Привет! Это ленивец! А вы знали, что ленивцы медленные? Эй, за мной! Давайте играть в ленивцев! Так, чтобы быть как ленивец, надо двигаться очень медленно, так? 3, 2, 1! А вы знали, что ленивцы плавают? Ха, посмотрите, да! Это так смешно! На суше они очень медленные, но в воде они очень быстрые! В целых 3 раза быстрее, чем на земле! Хо-хо-хо! Фух. Эй, в этой игровой надо снять обувь. Вот, я снимаю обувь. Вот так! Я готов! 1, 2, есть! Ха-ха, идем! Воу! Воу! Здесь просто классно! Эй, посмотрите-ка! Воу! Ого! А это кто здесь? О, что это за животное? Хорошенький! Он черно-белый! Это же пингвин! Уи! Поиграем в пингвина вместе! Эй, мы будем ходить вот так! Воу! Я пингвинчик! Я пингвинчик! Ладно, ладно, теперь надену кроссовки. Поиграем в автоматы. О! О! А вот и левый. А! Вот это да. О! Какая игра. О! Ладно, ставим жетон. Это молоток. Готовы? Воу! Это классно! Надо бить, когда вылезают. А теперь сложнее. 2 появляются одновременно. Ого! Я уже устал. Ого! 3 вышли вместе! Оу! Попал! Я так устал! Ладно, что же еще здесь есть? Я кое-что заметил. Догоняйте! Танцевальный автомат! Уу! Вот это я умею! Готовы? Оседлаем рыбу! Вот так! Ой! Оу! О! Мы плывем! Плывем, как рыба! Блиппи! Мы молодцы! Я так устал! Отлично, идем! Входи. Да, мы идем. Круто!
Вот так. О, ого. Ладно. Ребят, здесь здорово. Сейчас мы будем кружиться. Ладно? Итак, я готов. Лошадка! У-ху-ху! Вот так! Еще! Кругом. Вы видели, как быстро я кружился? Было здорово! Я так наигрался сегодня в этом пати джангл с вами. Что ж, это конец программы. Но если ты хочешь еще больше, тогда просто набирай на клавишах мое имя. Повторим мое имя вместе. B-L-E-P-P-E. Блиппи! Молодцы! Ну, я отлично провел с вами время. Пока! У-ху-ху-ху-ху! Хочу я много знать и все вам рассказать. Привет! Только посмотри! Это мусоровоз! О! Настоящий мусоровоз! Готовы сегодня узнать о мусоровозах и переработке мусора? Да, за мной! Давайте посмотрим, из чего состоит мусоровоз. Идем! Начнем с кабины. Сюда! У-ху! Кто это там? Тони! Приветик! Там в кабине сидит водитель мусоровоза и рулит мусоровозом от всей души! Вау! Она так высоко! Как он туда забрался? О, я покажу! Идем! Это ступеньки. Красота! Мусоровоз – это здорово! О, а что это у нас здесь? Вы уже знаете? Это огнетушитель! Это на случай, если около машины или внутри нее что-то загорится. Все для безопасности. Мы скоро увидим. Посмотрим дальше. Вот еще средство безопасности мусоровоза. Вот. Вот это у нас. Это цепи. На случай, если дорога покроется льдом и станет скользкой. Надо надеть цепи на колеса, тогда мусоровоз поедет ровно и совсем не будет юлить. Вот, это светоотражатель. Это для того, чтобы отражать свет во тьме. Тогда ночью мусоровоз все заметит. Все для безопасности. Вот! Смотрите-ка! Это комплект для сбора розлива. Здесь спрятаны разные абсорбирующие средства, чтобы убирать с земли любые липкие и густые вещества, которые не так-то легко собрать и загрузить в мусоровоз. Очень полезный набор. О! А тут что? Я покажу вам кое-что очень крутое. Идем скорей! Вот! Пневмоподвеска! Смотрите!
О-хо-хо-хо! Вы видели? Мусоровоз только что опустился низко благодаря пневмо. Пневмоподвеску используют перед выгрузкой. О, смотрите! Именно так мусор высыпают из мусоровоза. Заднюю часть открывают при помощи гидравлики. Они открывают створ до конца, и спрессованные отходы выпадают из кузова. Но сначала нам нужен мусор. Как его загружают? Хотите узнать? Это просто! Идем! Быстрей! Идем! Смотрите! Это манипулятор! Он делает так. Как клешня! Он хватает бак, тянет его, поднимает и высыпает в приемник мусора. О, смотрите! Приемный бункер! Затем весь мусор прессуют внутри кузова прямо вот здесь. Там отходы прессуют в один ком, а потом весь мусор выбрасывают через задний створ. Да, мусоровоз просто класс! Сам мусоровоз и то, как он собирает мусор. Давай же выясним, что выбросить в мусор, а что переработать. Что-то можно использовать лишь раз, а потом выбросить, например, наполнитель, жвачка или даже подгузники. Фу! Это используют лишь раз и выбрасывают в мусор. Переработка дает вторую жизнь вещам. Можно сдать их в переплавку или превратить в новый такой же продукт или что-то похожее из этого же материала. То есть мы перерабатываем. Я покажу, что я принес из дома для переработки. Ну вот, канистра. Это пластик, его можно переработать. А это жестянка. Хо-хо-хо! Алюминиевая банка. А это пакеты. О! И пульверизатор. Тоже пластик. О! Стеклотара. И даже картон. Все можно сдать в переработку. Теперь мы знаем разницу. Это мусор, а это переработка. Значит, можно ехать на завод и заняться сортировкой отходов. Мы приехали на спецзавод. Но нам нужно надеть форму, чтобы мы могли туда попасть. Вот так. Хорошо. Жилет и каска. Защитные очки. И подтяжки. Перерабатываемые отходы, чтобы их можно было отсортировать. Будет здорово! Все отходы поднимаются по такому конвейеру на сортировку. Ведь мусор бывает очень разный. Там бумага, пластик, картон, алюминий. Вот, очень много всего. Ну, на сортировку. Отходы перемещаются по конвейерной линии.
Рабочие сортируют их в зависимости от материала. После сортировки мусор из одного и того же материала, как этот картон, потом спрессовывают вот в такой блок из одного типа отходов. Подъезжает вилочный погрузчик, забирает блок и перевозит в другую часть склада. Затем спрессованный блок загружают в грузовик, который отвозит его в другое место на переработку. Погрузчик завозит отходы прямо в кузов. Было так здорово побывать на настоящем мусороперерабатывающем заводе! А теперь включим музыку, чтобы танцевать и петь песню про мусоровоз! Мусоровоз, мусоровоз, он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз. Рано утром просыпаясь, иногда я слышу шум и гам. В окно я смотрю, а там мусоровоз. За мусором он приехал к нам. Мусор высыпает, бак возвращает и громко уезжает. Мусоровоз, мусоровоз, он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз. Мусорщик водит мусоровоз, и мусор он берет, бросает его в кузов, чтобы спрессовать, и все везет на завод. Он к куче мусора быстро подъезжает, и груз он высыпает. Мусоровоз, мусоровоз, он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз. Цветов бывают разных, синий, коричневый, зеленый, а также есть такие, что берут мусорнами разделенный. Мусоровоз, мусоровоз, он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз, 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 он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз. Мы смогли узнать сегодня столько новой информации! Сегодня мы узнали о мусоровозах, сборе мусора и переработки. Если вам нравится это видео и интересны другие мои видео, надо просто вбить в поиск мое имя. Как меня зовут? Да, я Блиппи. Давайте напишем вместе. Блиппи. Блиппи, это я. Вот класс. Ладно, до встречи. Пока. Привет! Эй, это я, Блиппи! Я развлекаюсь с мыльными пузырями. Я обожаю пузыри! А вы? Да! Сегодня мы с вами познакомимся с прекрасным человеком, который знает все о мыльных пузырях. Вы готовы? За мной! У-ху-ху!
Это так здорово! Спасибо, Блиппи! Да! Ой, а вы кто? О, я Меган, Пузыревет. Пузыревет? Что это значит? Ну, я выдуваю разные пузыри. О, пузыри? Я обожаю пузыри! Да, ой, а вы мне их покажете? Конечно, я делаю большие пузыри. Ух ты! Это большой пузырь! А еще я делаю маленькие пузыри. Правда? Угу. Так интересно. Ага. Ух ты! Смотрите, это маленькие пузыри. Меган сделала большие пузыри и маленькие пузыри. О, как здорово! Ой, а можно мне? Конечно! Ух, хорошо. И что делать? Возьмите палочку для пузырей, какая понравится. Хорошо. Как насчет этой? Ух ты, у нее большой круг. Привет! Хорошо, а теперь? Теперь ее нужно опустить в мыльный раствор. Понял. И хорошенько намочить. Ясно, попробую. А потом поднять и помахать. Ух ты! Потрясающе! Моя очередь. 3, 2, 1. Вау! Он лопнул! Еще разок. 3, 2, 1. Вау! Снова лопнул! Потрясающе! Ух ты! Это маленький пузырь! Я обожаю выдувать пузыри! Так здорово, что все предметы здесь разноцветные! О, например, вот этот! Здесь два цвета – желтый и зеленый. А эта палочка красная и голубая. Ой, как же это здорово! Я обожаю цвета! А вы заметили, что когда мы выдуваем мыльные пузыри, то на их поверхности появляется много разных цветов? О, да! Я вижу! Это похоже на разноцветную радугу. А как так получается? Верно! Так получается, когда свет падает на мыльный пузырь и отражается. Вот почему мы видим все цвета радуги. Ух ты! Я люблю радугу! А вы знаете, из каких цветов она состоит? Конечно, знаю! Там есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. У-ху! Цвета, радуга и пузыри! Ха-ха! У-ху! Эта палочка – треугольник. Эта палочка – звезда. Эта палочка – квадрат. Эта палочка – сердце. А эта палочка – цветок. А вы заметили, что все наши мыльные пузыри были круглой формы? Правда? А почему? Дело в том, что неважно, какую палочку вы возьмете, мыльный пузырь всегда получается простой, круглой формы, потому что круг – это самая эффективная форма для пузыря. О, теперь мне понятно. Это так здорово! Погодите-ка. Мы используем пузырчатое волшебство. До скорых встреч! Пока-пока! Ух ты! Ой, я могу сделать особенный пузырь. Правда? А в чем его особенность? Я могу выдать пузырь насекомое. Ой, правда? А какое насекомое? Я дам несколько подсказок. Хорошо, я готов. Слушайте, она любит ползать по земле. Хорошо. Она любит есть овощи. Я тоже люблю овощи. А еще в какой-то момент она переживает метаморфоз. Метаморфоз? Я знаю, кто она такая. Да, это гусеница. Вы угадали, Блиппи. Хорошо, посмотрим на этот пузырь. Конечно! Отлично! Я возьму голубую круглую палочку и желтую соломинку.
Ого! Ой! Здорово! Ух ты! Вы только что выдали один круглый пузырь на другом круглом пузыре. Правильно! Еще один круглый пузырь! Теперь у нас три круглых пузыря, соединенных вместе. Один, два, три. О, четыре! Ого! О, и еще один! Пять пузырей! Ой, осталось четыре мыльных пузыря. Здорово! Мне кажется, гусеницы интересные, потому что переживают метаморфоз. Ой! А я видел, в какое насекомое они превращаются. Да, после метаморфоза они превращаются в бабочек. Надуваю! У-у-у! Пузыри бабочки! Пузыри гусеницы! Ха-ха! У-у-у! Уи! Смотрите, это пузырь-облако. Можно его лопнуть? Конечно. Лопаю. Я обожаю лопать пузыри. Сегодня мы с вами узнали много интересного о пузырях. Мы назвали цвета палочек, цвета мыльных пузырей, формы палочек, а еще узнали, что пузыри бывают большие и очень маленькие. И не забывайте о миленьких насекомых. А это что? О, это очень большая палочка для мыльных пузырей. Ух ты, обожаю большие пузыри. А что она делает? Блиппи, это сюрприз. Хорошо, я люблю сюрпризы. Сначала я попрошу встать точно по центру. Ладно. Теперь закройте глаза. Хорошо. А теперь открывайте. Воу, вот это да! Я внутри пузыря! Вау, это так здорово! Можете сделать еще один? Конечно. Отлично, еще один! Воу, я плыву в пузыре! Да! Ого! Что это? У меня в руках радужный шар. Ух ты, радужный шар. Посмотрим, что он делает. Хорошо, сначала мы его растянем. Ого! А потом покружимся. Получилось так много пузырей.
Спорю, что он называется радужный шар, потому что он весь разноцветный, да? Вы угадали. Спасибо, что научили нас выдувать мыльные пузыри, Меган. Блиппи, спасибо, что пригласили. Здорово. Что ж, до встречи. Пока. Вау! У-ху-ху! Я танцую, как мыльный пузырь! Вау! Бум! Мне было так интересно узнать с вами о мыльных пузырях, формах, цветах, размерах и насекомых. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесите его со мной. Блиппи. Блиппи! Мы справились. Что ж, до встречи! У-ху!